Добрый вечер, дорогие мои. Я искренне верю в то, что если чего-то очень хотеть, то это обязательно произойдет. И искренне верю в то, что если этого хотят сразу очень многие, а сейчас нас здесь много, давайте все вместе сейчас задумаем в один момент, чтобы все дети, которые столкнулись с этой болезнью и с другими, чтобы все были здоровы. Если мы все вместе этого захотим, это обязательно случится. И еще. Сегодня в зале находится маленькая девочка, Даша Городкова. Она именинница, Дашенька. А в день рождения принято делать подарки. Ура! Не знаю, что Даша хотела... Да? Да. И чтобы она была с крылышками. Даша, с днем рождения. Спасибо. И еще, когда спросили у Даши и у многих других деток, давайте споем песню, все вместе. И на вопрос, какую песню, почти в один голос, все сказали, если в сердце живет любовь. Даша, споем? Да. И сейчас для Даши, для всех, если в сердце живет любовь. Проходят дни. Пролетают года, высыхают океаны, а ты одна в твоей душе и глаза, эти слезы, эти раны. Но не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой, держи цепь. Освещают твои глаза, если сердце живет любовь. Не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает.